Вестник Северодвинска о спорте. Игроки «Беломорца» продолжают нервировать своих болельщиков. Накануне ягринская команда сыграла домашний матч чемпионата области по футболу против новодвинской «Двины». Команда «Беломорец» в этом сезоне играет сразу в 5 турнирах. Накануне в рамках чемпионата области ягринцы принимали новодвинскую «Двину». С первых минут футболисты в белой форме действовали по-хозяйски. Владея территориальным и игровым преимуществом, нападающие «Беломорцы» могли решить судьбу матча уже к 30-й минуте, забея они хотя бы половину созданных моментов. В итоге гол в раздевалку забила «Двина». Восемьдесят одна минута понадобилась «Беломорцу», чтобы забить гол. В оставшееся время зрители увидели целый микроматч. На этот раз из-за грубых ошибок наших защитников «Двина» могла реализовать пару верных моментов, но к радости местных болельщиков хозяева разразились двумя точными ударами. Итог матча 3-1, победа «Беломорца». Немножко не дотерпели. Вышли молодые игроки, немножко не хватило им опыта. И как раз из той зоны и пришел этот гол, где как раз молодой игрок вышел на замену, к сожалению. Ребята горели огромным желанием сыграть хорошо, но ошибка. Опять одна ошибка в обороне в первом тайме, и как всегда нас на это опять наказали. И пришлось опять собраться ребятам и доказать, что они все-таки могут что-то еще играть в футбол. 15 июля в 19 часов на стадионе «Север» состоится принципиальное дерби северодвинских команд «Севмаша» и «Беломорца». Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник Севердвинска.